Главное, чтобы были фильмы. Я думаю, что вы не сидели дома в маске, а гуляли без маски по улице. Были на даче, еще где-то, наверное, чего-то наснимали. Так что присылайте положение на столе, возьмите положение. Там, кстати, как я уже говорил, расписание всех фестивалей на будущий год. Все у нас пока по плану. Я думаю, что коронавирус скоро загнется, и мы с вами будем нормально встречаться. А пока, значит, на сайте Дома народного творчества каждый месяц будет 2-3 мастер-класса повешены. Уже 2 висят мастер-класса. Значит, один мастер-класс доцента нашего института кино и телевидения Виталия Павлова о том, какую камеру выбрать лучше и как с ним, как, значит, какие у них всякие особенности. Вот, можете потом. И мастер-класс Лазаря Исааковича. Он где рассказал о своей славной творческой жизни.